небесной тишине, за облаками синими, летящими приземисто, над морем и над скалами тропинка есть ко мне. Вставай же, солнце, над Коктебелем, я ощущаю твое тепло. Вставайте, люди, и веселее увидеть солнце, вам повезло. Тропинками, дорожками, раскидистыми скалами, у жизни приключения для каждого из нас. За радужными птицами, за облаками синими, на море фиолетовом взлетает мой баркас. Вставай же, солнце, над Коктебелем, я ощущаю твое тепло. Вставайте, люди, и веселее увидеть солнце, вам повезло. Нашего отеля в Коктебеле, Золотые ворота, усадьба. Тут и бассейн есть, и бар, все как положено. Ну это... Ванна, значит, такая. Номер наш в Коктебеле. Вот дополнительно третье место. И еще парочка. Вот. Смысл в том, что у нас должен был быть трехместный номер, но его, видимо, кому-то отдали. Заселили двухместный, но зато поставили дополнительную кровать. Ну и причем это уже не эконом-класс, а, как они сказали, стандарт. На Крымском полуострове есть город Коктебель. Империя коньячная, туризма колыбель. В нетронутой природе, в таких вот городах, под музыку прибоя поют свечки в садах. В базальтовой породе уснул здесь карадаг. Наташа, Кристина, Олеся и Жазель, Елена, Вера, Маша и город Коктебель. На фото, обнявшись, как дружная семья, семь стройненьких красавиц, и вместе с ними я, семь девушек в бикини, идиллия моя. И снова наша рубрика «Какие же хорошие люди бывают». Фантастика, да?
так, в этом городе пахнет каштанами. Мы приходим домой поутру, развеселыми песнями пьяными, будоражим во сне детвору.